внимательно знакомились с материалами Орловского экономического форума, то увидели, что было конкретное предложение. Все земли сельхозназначения, особенно крупные земельные наделы, нужно вернуть в государственную собственность и выдавать в аренду только тем, кто на них работает. Потому что все вот эти вот агрохолдинги, латифундисты, о которых вы говорите, они на самом деле не живут там, где производится работа, где получается добавленная стоимость. И поэтому по принципу Китая, в котором выдается работникам, которые и жителям этих деревень, работникам сельхозпроизводства землю в аренду на 99 лет и полный контроль государственный за использованием земель, потому что все-таки земля — это народное богатство. И вот это вот хищническое использование земель, уменьшение плодородия, ну, скажем так, невозможность работать на земле тем, кто действительно живет в этой деревнях, оно привело к тому, что 40 миллионов гектар земли в Российской Федерации заброшено, земель сельхозназначения. А это богатство всей страны. И поэтому, конечно, можно ограничиться вот этими небольшими действиями, но мы предлагали не только земельные ресурсы, но и всю минерально-сырьевую базу, нефть, газ и все остальное поставить на службу народу, а не конкретным каким-то олигархам, тем более, что вы должны знать, уже больше 5% агрохолдингов, огромное количество земель в России, принадлежит уже иностранцам, к сожалению. Потому что, несмотря на то, что у нас есть закон, который запрещает иностранцам владеть землей, но путем обходных маневров огромное количество земель ушло в офшоры, которые мы даже не знаем теперь, кем они управляются. Я предлагаю вам читать внимательно документы Орловского экономического форума и понять, куда мы пойдем, если, скажем так, мы победим. А победим мы обязательно. Я еще раз вернул вас к словам Геннадия Андреевича, который сказал, что 19 сентября – это тот день, когда мы реально можем изменить в стране жизнь к лучшему с помощью бюллетеня. Потому что, по большому счету, идет выбор, куда будет развиваться наша страна в ближайшие 5 лет. И выбор-то небольшой – между социалистическим развитием страны и капиталистическим, даже так сказал, клептократическим капитализмом. И у КПРФ есть реальная возможность показать, как бы мы жили все, какой бы была наша страна, если бы мы победили социалистические принципы. Вот то, что мы сделали в совхозе Ленина, благодаря тому, что КПРФ нас поддерживает, я считаю, достойно не только, скажем так, тиражирование, но и распространение по всей стране. Это и зарплата свыше 100 тысяч рублей, это и помощь пенсионерам, это бесплатные кружки для детей, это уникальные детские сады, школы, поликлиники, дворцы культуры. Ну и все, что мы там сделали, это еще один раз доказывает, что можно даже в нынешних экономических условиях действительно сделать нашу страну великой державой и сделать так, чтобы люди жили достойно. Наши предложения, которые Геннадий еще не выразил, они приведут к тому, если их реализовать, что все люди будут жить не хуже, а может быть даже лучше, чем на Западе. Потому что Россия великая страна, с великими ресурсами, с очень талантливым народом. Нам нужно только сделать выбор между социализмом, который мы предлагаем, и капитализмом. Я хотел бы пригласить, действительно, Геннадий Андреевич об этом говорил, пригласить всех к нам посмотреть, как можно жить в нашем обществе без алчности. Потому что акционеры совхоза никогда не платили дивиденды. Потому что акционеры совхоза все деньги направляли на материальное благосостояние трудящихся, на развитие производства и на социальные блага, которые доступны всем без исключения жителям не только нашего района, но и Москвы, и области. Кто хочет, может приехать в наши парки и погулять там совершенно бесплатно. Я хотел бы предложить вам понять, что наши оппоненты, которые нас часто призывают к тому, чтобы вот, давайте посмотрим на дела, обратили свое внимание на дела, которые сделали мы. Иван Иванович Казанков, Богачев, Сумароков, совхоз имени Ленина, коллектив, который больше 100 лет занимается тем, что пропагандирует дело Ленина по сути своей. Социалистические принципы. Поэтому я вас всех приглашаю, ждем в гости, будем рады, когда вас увидим у нас.